Артем, спасибо вам, а я продолжу выпуск. Международная православная выставка «Ярмарка» проходит в Барнауле. Ее проводят в краевой столице уже 16 лет. В экспозиции представлены крупные храмы и монастыри Русской Православной Церкви. На их стендах иконы, духовная литература, ювелирные изделия, мед, оливки и оливковое масло, изготовленные на острове Крит. Продукция отличается, ну, как бы масло оливковое тем, что оно, оливки собраны монахами с молитвой, с благословением. Святынки – это мира святых чудотворных икон из Греции. На выставке можно приложиться к мощам святителя Макария Алтайского и к чудотворной иконе Божией Матери, которую привезли из Коробейникова. По традиции эту икону мы привозим каждый год на эту выставку, для того, чтобы верующие Барнаульской епархии могли поклониться этой иконе. На православной ярмарке можно поддержать детей, страдающих онкологией. На стенде благотворительного фонда продаются сувениры и одежда с принтом рисунков, сделанных больными детьми. Наши ребятки с воскресной школы вяжут игрушки, которые тоже участвуют в благотворительных ярмарках. Все вырученные средства идут в фонд помощи Ксении Ворониной. Выставка работает на площадке у храма святого Дмитрия Ростовского ежедневно с 10 до 19 часов. В последний день, 22 мая, до 16:00.